Блин, ну хоть нормально снимает, фронтально вообще ужас. Ого, пальцы прям до свидуски делает. Вон автобус мой, Юлькин, точнее, приехал. Юльку это встречает через сугробы. Вон чувак какой-то бежит. Вон Юлька ползет. Юля! Короче, мы встретились. Там Зеленоградская, там гуляние масленичное, да, Юль? Юль. Гуляние масленичное. Электричка, конечно, можно бы и помыть. Смотрите, сколько народу в Зеленоградской. Очень много. Мы сейчас не в парк. Мы в гости. Может, в парк зайдем? Ну, смотри, там много народа. Черкизовские пруды, на улице плюс с чем-то, плюс пару градусов, а тут лед еще стоит. А может, она обмелела? Воду опять слили? А? Как ты думаешь? Не, вроде вода есть. Ну прикольно, фоточку надо сделать. Фоточку. Короче, мы гуляем с Юлькой. Ну, довольно-таки потеплело, хотя в Москве вообще это 5 холода. Пруд черкизовский, идем в сторону локомотива. Погода отличная, да? Голову закрой, а то продует. Молодец. Так какая, да? 3 апреля же, да? Второе. Так все-таки 3 или 2? Ну ладно. Короче, снег хренарит хлопьями. Плюс 1. Мы с Юлькой идем на работу. Сегодня что-то я пораньше вышел. Сейчас часам, часу, наверное, все уже растает, скорее всего. Хотя такой снегопад. Короче, новый твистер грибной, да? Он в ржаной булке, соус грибной, в ржаной булке, в ржаном лаваше. Упаковка от острого, от темного бургера, которого нет уже больше года, или около года. Да, его отменили как раз, как ковид, ну, меры ввели, помнишь? И все, он пропал. Жалко. Ну, бумажки остались, вот они. Правда, непонятно, почему не запихнули в обычную упаковку твистера. Лаваш другой, да, по вкусу? На твистер это вообще, на обычном смысле, это прям другое. Хотя состав только отличается в соусе и в лаваше, правильно? Разница 15 рублей с обычным. То есть 179 рублей он стоит. Thank you.
Могли бы сюда еще луком все жареным положить, да? Но я не говорю, что это не вкусно. Ну, лучше, чем обычный гвоздь, по мне так. Ну, то есть, скорее всего, из-за того, что он приелся. А почему бокс-мастер такой не выпустил? Почему? Тоже было бы прикольно. Нормально. Короче, я прям полтвистера обожрался. Будешь? Нет. Нет, свой. Ты ж, а тут сыр был? Да. Ну ладно, ты что-то забыл. Ладно. Чуть-чуть засниму. Штучки 300 рублей. Я, короче, себе взял фарш, какая-то ципа. И он, короче, огромный. 580 грамм. А по промокоду... Блин, я забыл промокод. Короче, по промокоду, я позже скажу, картошка, вы назовете промокод на кассе, и вам пойдет картошка в подарок. Ни разу не пробовал картошку от фарша. Вот такая вот, похожа на бургер кинушка. Похожа на бургер кинушка, точнее, она такая же, но она у меня попалась вообще не соленая. По промокоду полный фарш вы на кассе говорите вам. Да. Дают бесплатно. Ну ж доешь? Остынет. 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 А, короче, я буду есть кушать бургер. А, сначала каждому бургеру фарша дают огурец. Кстати, я узнал, они сами маринуют. Огурцы, конечно, вообще офигенные. Салфетки, кстати, даю. Взял я. А он за 300. $350. Самый огромный. Короче, какая-то ципа. Сейчас скажу. Горячая ципа, вот. У меня это, то есть, куриное мясо, но в натуре огромное. Вот там 585 грамм за 350 рублей, плюс картошка. Это охренено. Да, это очень вкусно. Придумал штатив из коробки из-под бургера. Достал картошку. Картошка у них в стакане, блин. Попалось более-менее какие-то мухи появились. Соленая. Картошка вообще лучше, чем бургер кинг. Только я посолил больше. Вкусно? Вообще, в принципе, картошка картошка. Вот бургер был средний. Всем привет.
105 раз начинаю записывать влог, но как-то он не получается. Сейчас идем. Сегодня пятница, 9 апреля. Идем, собственно, сейчас переключу. Идем в Золотой Вавилон, экс Золотой Вавилон, а это сейчас... Как он сейчас называется? А, Европолис. Ну, короче, просто сходим. Очень народу на улице много, все домой едут, наверное, с работы. Ну, я как бы тоже, Юлька тоже. Мы пересеклись вот здесь. Ну, около станции пересеклись. Росток. Да, Росток. Идем в торговый центр. Надо сейчас зайти пожрать, жрать хочется. Сейчас что-нибудь еще засниму. А вон Юлик сидит. Привет. Киси сидит. Точнее, меня ждал, я в туалет ходил. Сейчас зашли в Киси. Зачем? Золотой Вавилон. Ой, Европолис. Европолис. Тут около входа KFC, туда, не знаю, пойдем, не пойдем, просто жрать не хочется. Может, туда дойдем. Нам еще в ОК надо сходить. Короче, я тут в ОК, ребят, смотрите. Да, в Золотом Вавилоне. Юль, я тебя к вину немножко нашел, что взять. Смотри, какая вкусняшка. Юль, к вину нормально будет? Юль. Чего? Вкусно же? Штуки взять. Без рофи. Пошли. Мега красиво. Это. Смотрите, какой кинотеатр «Янтарь» строится. Точнее, как бы его снесли, он тут был в советское время. Он в 60-х, да? Где-то его построили до этого. А это, видите, реконструкция. Ну, точнее, не как реконструкция, построили новый. Ну, громадина такая. Было небольшое здание. А сейчас... Ну, напоминает ТЦ «Щелковский». Который с вокзал, автовокзалом на крыше. Не знаю, мне так напоминает. Ну, конечно, он не такой огромный, как там, но тоже приличный. Но это, скорее всего, будет не только кинотеатр и торговый центр. Скорее всего. Скорее всего, фудкорт. Во, я перепутал. Это мы идем в сторону Рокоссовского. Так, тут без светофора. Это там на крыше будет типа открытые мансарды, наверное, для кафе каких-нибудь. Делают уже облицовку и коммуникации. Скоро коммуникация закончится, будет обустраивать территорию. Говорите, типа, что он должен был закончить к концу 20-го. Ну тут как минимум еще работа сейчас до сентября. Примерно. Так, а мы сейчас выйдем к прудам. Киевским. Так, у нас в распаковке iPhone 12 Max Pro Max на 128. Короче, я вступление записывал уже, но расскажу еще раз. Взял в видео, там кэшбэк 20%, то есть от суммы он стоит 109 990, получается 21 тысяча с чем-то бонусы потратить можно на 50% от стоимости покупки. То есть еще есть сверху там над телефоном типа акция, промокод,
и промокод WOW, по-английски WOW8. Он дает скидку еще 8800 рублей. То есть этот телефон выходит. Минус эти 8000, это 101 190 рублей. Минус получается где-то 20 тысяч бонусов. И получается, этот телефон выходит 81190 рублей. Плюс Letyshops, пользуйся Letyshops'ом, был повышенный кэшбэк. Короче, падает по нему еще 5000. Это получается 76 тысяч телефон стоит. И я оплачивал картой Тинькофф, это еще 1000 рублей, 1190 рублей. То есть этот телефон выходит 75 тысяч рублей. За этот ценник это вообще великолепный телефон. Ну, акция, правда, в видео всего лишь до 12 апреля. Я брал 11. Ладно, вскрываем, короче. Я уже в магазине его вскрывал. Вот так, чисто посмотреть. Так, это нам не нужно. Так. Коробочка. Та же самая упаковка, что и, собственно, этот. 12 обычно. Ссылка на 12 вы можете посмотреть. Ссылка в описании будет. Так, включился. Этот вот так вот положим. В комплекте лайк. И у нас на распаковке лучший на данный момент, по моему мнению, аналог как его, MagSafe кейса для айфона. Это 11, 12, 4990. Это, правда, на Max 12 Max Pro. Вы видите там название. Тоже поддерживает MagSafe. Стоит, я взял за 1700, но, цена доходит до 2600. Некоторые, кстати, офигевшие магазины, не буду называть, за 3000 это продают. Но я взял за 1800, ну там меньше даже. Но он был последний в этом цвете. Так, короче, я его беру. Я уже смотрел. Так. Такая вот упаковка. Сразу вам показываю. Очень похож он. Конечно, вот тут вот, смотрите. Увидите? Мягенькая фиговинка. Везде тверденькие. О, где кнопки мягкие? Тут мягкие. Вот, видите? Прогибается. То есть, а вот тут вся конструкция твердая. Не знаю, для чего это было так сделано. Чего не могли сюда в пластик вставить? Почему такая? Но я думаю, в использовании это особо не отразится. Собственно, MagSafe магнитится, держится. Собственно, сейчас при падении на 12 Max Pro. Так, вот тут я его сейчас чуть протру. И будем одевать. Оп. На картинке, конечно, выглядит более светлым. Ох ты. Что-то туговато оделся. Да, конечно. Не должно он закрывать эти рамки, а? Ну, как-то так. Вот, смотрите. Так, теперь одеваем. Естественно, световой фигни нету. Сейчас мы поставим зарядку. Он держится, видите? Сейчас я поставлю на зарядку. Блок возьму. Так. Интересно уже. MagSafe-то должна
MagSafe зарядки анимация должна быть. Всем спасибо, всем пока.